Пополнение трейдерского счета индекс с ВМЗ кошелька. Выберите вкладку «Кошелек». Она находится рядом с вашим псевдонимом. Далее выберите вкладку «ВМЗ». В окне «Пополнить» введите сумму, на которую нужно пополнить кошелек. Подтвердите операцию с помощью ИНАМ или СМС-подтверждения. Далее появится окно с сообщением, что операция прошла успешно и трейдерский счет пополнен. Поздравляем! Ваш трейдерский счет пополнен! Пополнение кошельков криптовалют индекс на примере BTC. Выберите вкладку «Кошелек». Далее выберите интересующий вас инструмент для пополнения. В нашем случае это BTC. В меню кошелька выберите вкладку «Пополнить». Если у вас еще нет BTC-адреса для пополнения, то на данной вкладке вы можете его сгенерировать. Скопируйте сгенерированный адрес для пополнения баланса кошелька BTC. Выполните перевод на полученный адрес. После получения необходимого количества подтверждений, уведомления об успешной операции появятся на странице интернет-биржи Индекс и в вашем аккаунте, откуда был осуществлен вывод средств. Вывод средств со счета трейдера Индекс на внутренний кошелек в системе WebMoney на примере VMX кошелька. Перейдите в раздел «Кошелек» и выберите инструмент биржи для вывода нот. Далее перейдите на сайт сервиса пополнения и вывода VMX по адресу vmx.vmtransfer.com. В разделе меню «Ввести биткоин» скопируйте адрес пополнения и вставьте в соответствующую строку на странице интернет-биржи Индекс. Введите количество нот к выводу. Сумма к выводу отобразится под количеством нот. Нажмите кнопку «Вывести». Во всплывающем окне подтвердите перевод средств. Уведомления об успешной операции появятся на странице интернет-биржи Индекс, в сервисе пополнения и вывода VMX и в вашем аккаунте в системе WebMoney Transfer. Вывод криптовалюты с трейдерского счета Индекс. Перейдите в раздел «Кошелек» и выберите инструмент биржи для вывода нот. Зайдите в ваш аккаунт, куда собираетесь осуществить перевод средств, и скопируйте внешний адрес пополнения кошелька. Вставьте скопированный адрес в соответствующую строку на странице интернет-биржи Индекс. Введите количество нот к выводу. Сумма к выводу отобразится под количеством нот и нажмите кнопку «Вывести». Во всплывающем окне подтвердите перевод средств. После получения необходимого количества подтверждений, уведомления об успешной операции появятся на странице интернет-биржи Индекс и в вашем аккаунте, куда был осуществлен перевод средств. Взаимодействие счета трейдера Индекс с внутренним кошельком системы WebMoney на примере VMX кошелька. VMX Индекс BTC. На сайте интернет-биржи Индекс на вкладке «Кошелька пополнить» скопируйте адрес пополнения. Перейдите на сайт сервиса ввода и вывода VMX, расположенного по адресу vmx.vmtransfer.com. На вкладке меню «Вывести биткоин» вставьте адрес в соответствующую строку. Укажите сумму к зачислению. Оплатите выставленный счет WebMoney Keeper. Индекс BTC VMX. В сервисе ввода и вывода VMX на вкладке меню «Вывести биткоин» скопируйте адрес для пополнения. На сайте интернет-биржи Индекс на вкладке кошелька «Вывести» вставьте скопированный адрес. Укажите количество нот к выводу. Переводы VMX Индекс BTC делаются быстро и с минимальной комиссией.